Сулейман, во дворце ходят разные слухи. Насчет Рустема Паши и Мехримах. Я хотел с тобой об этом поговорить. Конечно, пока ты была в Эдирне, мы тебе ничего об этом не сообщали. Перед своей смертью Аяс Паша посоветовал мне Рустема Пашу в качестве зятя. Теперь понятно. И какое ты принял решение? Неужели... Без тебя я не собирался принимать решение. Что ты думаешь об этом браке? По-твоему, Мехримах готова к нему? Я не знаю. Твой вопрос застал меня врасплох. Однако Мехримах больше не ребенок. В ее возрасте часто выходят замуж. Пусть Аллах даст ей того, с кем она обретет счастье. Я хочу, чтобы комплекс начал работать как можно скорее. Принимал всех нуждающихся. Давал беднякам пищу и кров. Исцеление больным. Скоро так и будет. Синан работает быстро. Наверняка закончит раньше срока. Да. Повелитель, Мехримах Султан пришла. Да, зови. Мехримах. Красавица моя. Ну как ты? Хорошо, повелитель. Меня замуж за Рустема Пашу выдать хотят. Я долго думала и решила... Если вы сочтете, что он достоин меня, я согласна выйти за него замуж. Мехримах пришла, и настало время сообщить, зачем я собрал всех вас. С доброго согласия моей Луналика Мехримах, света очей моих, я решил ее и Бейлербея Диарбекира Рустема Пашу сочетать никахом. Да дарует им счастье Аллах. Аминь. Аминь.